Значит, производится тест лампы для палатки на способность ее зарядиться от солнечной батарейки, от солнечной панели. Вот. Поехали. Так, вот включил лампочку. Час уже прошло. На улице темно. Время. Час 45 минут где-то прошло. Засекаю. Так, ну вот прошло 6 часов. Почти 6,5 часов. Лампочка практически разрядилась. Все, выключаю, до завтра. Ну вот у нас почти час как расцвело. Значит, индикатор показывает, что заряд идет. Включал 6, она тоже ярко вот так горела, хотя не заряжалась. Ну, посмотрим вечером, что будет. Сейчас мы уйдем. Короче, вечером включу. Так, ну лампочка все горит, время 17:02. Погода так и не расцвела. Будем ждать вечер. Так, ну вот, стемнело. Время 18:20. Включил. Посмотрим, насколько она зарядилась. Ну вот, лампа просветила 10 минут. Ничего, и она не зарядилась вообще, ничего. Доказывайте мне, не доказывайте, но... Попробую еще в солнечный день, но тоже хватит ее на полчаса максимум. Ладно, посмотрим. Ну вот, сегодня был солнечный день. Так, сегодня у нас 26 февраля. Значит, лампа висит с 23 февраля. На зарядке, на солнечной. Ну, 19:37. Посмотрим, насколько ее хватит, как она зарядилась. Включусь, когда разрядится. Так, ну вот, прошло чуть больше часа. Ну, часа полтора где-то. Все, лампа села. Так что... Не заряжается она, ну так, еле бзнуть она заряжается. Не надо мне доказывать, что она там заряжается. Она заряжается на 20-30 минут хорошего света против 6 часов, 7 даже часов, нежели от зарядки, от сети ее зарядить. Так что... Ну, в общем, это солнечная батарейка. Не для зарядки, а для подзарядки лампы. Вот посветила она у вас там в палатке. Ну, там, ну, полчаса, там, час. За день она подзарядит при солнечной погоде. Вот и все. Ну, все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.